связку в стиле Болливуд наставники пригласили участницу первого сезона. Меня зовут Светлана Туласи. Сегодня мне будет помогать Радж Туласи, собственно, мой партнер по танцам. Танцевать мы будем индийский народный танец, который называется пенджаб. Нас Индия. Танцовщики с нескрываемой радостью принялись осваивать необычный танец. Несложную хореографию они восприняли как подарок от наставников. Это было супер неожиданно, но на самом деле мне прям нравится. То есть это такой заряд энергии, там все так, все энергично. Это вы что, это в моей стилистике, мое настроение. Я же улыбаюсь постоянно. Такой зажигательный танец я еще не видела. 5 минут, и мы уже все мокрые. Классно хореография. Супер. Вроде выглядит легко. Танцуем, все. Просто вы посмотрите на меня. Я верю, что будет хорошо всем. Все в радости вообще, всем нравится. Но общее напряжение отбора сказалось и на танцовщиках этой группы. Раз, два, три, четыре. Есть? Молодцы. Что касается народного индийского танца, да, там есть своя определенная специфика. В том, что сами движения, в принципе, не сложные, но их интенсивность и скорость, она, в принципе, вот, усложняет весь процесс. Это просто жесть какая-то. Это невозможно сделать все. Это просто жесть. Это первый раз в жизни я такой танцую, и, наверное, последний. Тоже потому, что я не знаю индийские танцы, вообще ничего. И очень сильно непонятно, что мы танцуем, о чем мы танцуем вообще. Я бы не сказал, что здесь очень сложная хореография по сравнению с какими-то другими стилями. Она скорее такая изнашивающая. И вот очень сложно в процессе этого износа и траты энергии не терять улыбки. Поскольку все-таки мы танцуем Индию, здесь реально очень важно вот именно в этом стиле танца, чтобы у вас была просто вот улыбка. До ушей улыбка, супер-мега-позитив. В этой группе есть только один танцовщик, которому этот стиль не должен доставить никаких проблем. Вообще было бы здорово, если бы мне досталось что-то другое. Ведь мой стиль Болливуд, и я оказался именно в той группе, в которую он попался. И ребята говорят, что мне очень повезло, и мне легче, чем остальным. Но это не совсем так. В Индии много танцевальных стилей, не только Болливуд. Здесь у нас еще и пенджаби. И если ты танцуешь Болливуд, это не значит, что ты будешь хорош в остальных направлениях. Например, ты можешь классно танцевать классический танец, но не Болливуд. Или ты можешь блистать в стиле Болливуд, но не справишься с фолком. Удачи вам, братцы! Авик. Привет. Привет. Ну что, фартануло, как говорится? You were lucky today. Oh, yeah. На самом деле, я видел по движению, что многое ты не доделывал, иногда сбивался с ритма, но по энергетике, конечно, ты это вытянул больше всех. That means a lot. Thank you. Это для меня очень важно. Спасибо. Поэтому ты в танцах. So you are in танце. А вы что стоите? Идите, вы все в танцах. Если честно, мы здесь сильно устаем, потому что постоянно чувствуем давление со всех сторон. Нам говорят, что и как нужно делать, и мы должны соперничать друг с другом. Так что я был вымотан. Но каждый раз, когда ты слышишь положительный вердикт, ты забываешь обо всем, что было до этого, обнуляешься и снова готов бороться. Поэтому еще полчаса назад мне было очень тяжело, но сейчас я полон сил идти дальше. Я хочу войти в топ-24 и должен сделать все возможное для этого. Музыку, пожалуйста. Oh,
хорошо. Мое любимое направление – Болливуд. Спасибо, спасибо, спасибо. Вы что? Эй, наставники, ну вы что такие? Это, на мой взгляд, несложная хореография. Несложная? Это трэш, товарищи! Это учится 15 минут, а после этого выступается с таким же качеством, как это записывается в Болливуде. Вы с ума сошли? Вы на какой конкурс пришли? Вы чё? Я даже говорить ничего не буду. Миша. Да, здравствуйте. Извините. За что? За то, что за ты то, не что танц... было так. За то, что было так хреново. Ты в танцах? Я тебя кому поставлю. Ты хочешь в команду? Спасибо большое. Я оправдаю ваши надежды. Спасибо. Я думаю, что ты оправдаешь надежды Мигеля, а не мои. Как бы это ни казалось легко, это очень, в первую очередь, наверное, это эмоциональный танец. И ты стараешься настроиться на какую-то эмоцию. Помимо этой эмоции, еще у тебя пересекаются 300 движений, которые друг на друга все похожи. В общем, это просто взрыв мозга. Спасибо всем, вы не в танцах. Какие мы разные, а? Как мне понравилось и как не понравилось вам. Ну, я понимаю, что не понравилось вам, там, технику налажали, все, а я про состояние просто. Так это все. Такого неуважения я никогда не видел. Ни к хореографии, ни к твоей партнерше, никому. Мне стыдно за тебя, очень. Ты такой красивый пацан, только был надежд. Но если так, то иди пока, домой. Но... качество танца, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. Я, если честно, думала, что все на сегодня, как сказать, мой путь закончился, но мне повезло. Все, уходи, ты в танцах. Вам... есть над чем поработать, поэтому пока вы в танцах вдвоем. Спасибо, спасибо большое. Я в танцах, я в танцах. Иди ты в танцах. Спасибо. Черт! Пока да, ты в танцах. Но я дохлый, я могу что-нибудь фигню сказать. Для меня в вашем исполнении, впрочем, как и в исполнении очень многих, не было самого главного. Не было Индии. Я вас отпускаю. А красная? Ты в танк. Не подведи меня, пожалуйста. Спасибо, Лиза, спасибо большое. Неожиданно испытание индийской хореографии для многих участников оказалось непроходимым.